Всем тендо, лоукек, чебурек, и с вами я, Алексеев. Вот как-то так. Ой, блин, что за фигня. Ладно, мы, короче, сейчас будем снимать видео, да. Мы снимаем видео, а о чем мы снимаем видео? А об ивентах, о стандартных, в принципе. Сейчас что-нибудь будем выполнять, если честно, мне очень лень это делать. Как-то вообще очень мало сейчас людей, вот, да, смотрите. Сейчас мы будем нанимать, не нанимать, а будем повышать, скорее всего, до 4 звезд. Это Роши, да. А это значит что? Его нам дают сейчас, как вы видите, вон где. Там фрагментов 40 его дают, но мне хватило как бы. Он у меня уже был 3 звезд. Так что теперь я могу его проскил прочить. Что нам от него нужно? Если вообще он нам нужен. Значит, здесь явно нужно какой-нибудь иммобайл заиметь. Вот, чтобы 40 чакры он использовал. Suppression of immunity to chases. А, видимо, для того, чтобы подавлять защиту от чизов, вот зачем нужна ему вот эта фигня. Значит, dealing with... Так, репульс. Репульс очень хорошо фигачит. Remove shields and buffs. Вот это тоже, в принципе. Защиту противника уменьшает. Ага. А, так у него и по стандарту такой чиз. Кстати, чиз у него довольно мощный. Так. Что? То есть разрушает барьеры? Да. Ну нет, лучше, наверное, вот эту фигню. Джинчурики с ниндзюцу 40%. Дефенсы. А, стоп. То есть ниндзюцу. Ну здесь вот барьер точно нужно качать. Да тут ему, в принципе, все надо качать. Ну, главное, барьер, я думаю. В принципе, чиз желательно. И обилку. Стандартную атаку, я думаю, так себе. While he is on the fight, the team Jinchuriki Mystery с... Recover. Так, Roshi is immune to the buffs, and while he is on the fight, the team Jinchuriki Mysteries recover 20% лайфа и 40 чак. Слушайте, так он крутой, слушайте, я чё-то тупанул. Вот эту вот штуку главное прокачать. То есть это как Мадара, только для Джинчуриков. Это ж офигенно. Да, он офигенен. То есть можно чакры очень много восстанавливать. Я что-то тупанул. Типа, то есть Мадара, когда конохавцы юзают свои билки, то он дает чакру. И этот чувак тоже дает чакру. Да, это действительно. Ну, в общем-то, да. Давайте попробуем. Все-таки золотых вот этих штук у нас больше. Так, +1, +1, ну нет, +2 ищем. Ищем +2. У меня 608 этих штук, поэтому их не нужно экономить. +2 и +1. Вот это вот +2, это неплохо. То есть decreases defense. Уменьшает defense противника. Ну, конечно, хотелось бы вот это. И вот это тоже хотелось бы поле. Что-то тут какая-то фигня, то есть слишком мало прокачивается. Что вообще происходит?
Надо было, наверное, не блокировать. Потому что, смотрите, что-то... Тут какие-то лимиты поставили, и теперь оно не прокачивается. Ничто. Хотя вот прокачалось, но это как-то странно. Игрек. Вот зачем мне Игрек? Так, увеличивает дамаг. А здесь типа супрессит. Так. Да вроде бы они практически ничем не отличаются. Пожалуйста, дай мне плюс 2 куда-нибудь. Но плюс 1 это не круто, ну чуваки. Или хотя бы поле прокачать. Почему поле не прокачивается? Поле я бы взял, короче. Бонус какой-нибудь. Там к ниндзюцу бонусы идут. А это довольно круто. Ну сколько можно? Вот что мне здесь качать? Вот скажите, пожалуйста. Тут поставили какие-то... Сраные лимиты, вонючие. Я ненавижу вас, пидорасы. Зачем вы это сделали? Чтобы нельзя было прокачать полностью своих ниндзя, да? Попробуй теперь этого Роши прокачай. Потому что книжку покупай, да? И какой толк мне с этого? А? Что, разблокировать получается? Такой бред, такой бред. Давайте продолжать пытаться. Однако это как-то сомнительно. Во, уже лучше. А поле вообще не качается. Это же самое главное. Чуваки. Чуваки. Ну плюс 2, ну пожалуйста, деньги. Все-таки оно может. На плюс 2 вообще никак не может, да? То есть только один на плюс 2 можно вкачать. И что-то. О, поле плюс 2. Все-таки это возможно. Только надо очень много стараться. Что ж. Еще по плюс 1. Ну нет, мне нужно еще плюс 2. Желательно вот здесь. Плюс 2. Но все равно больше некого качать. Я думаю, я возможно вместо Хаширамы поставлю его в команду с джинчуриками. С этим. С киллером Би. Да, киллер Би будет же его папать. И с этим. И с Ашурой, да. То есть Ашура, Эда Роша и Киллер Би обычно. Как вы думаете, это будет хорошая идея? Чё-то все сложнее и сложнее получать какие-то бафы. Все, Y. Нет, дайте мне вот это, например. Плюс 2. Плюс 2, пожалуйста, чуваки. Мне нужно плюс 2. Плюс 1 оставьте себе, пожалуйста. Опять всякие игреки. Ну на игрек я и сам могу переключить, понимаете? В чем подвох весь? Ну это лучше, но блин, вот это мне нужно. Желательно. Если бы все три сразу прокачать. О, да, вот это то, что я хотел. Сколько тут? Плюс 40 чакры и плюс 20. Да. Офигеть, то есть можно будет применять всех сразу. И Роши, и Ашуру. Во втором раунде.
Ну блин, ну а Killer Bee получается не удел, да? То есть Killer Bee, он же бафает, конечно, джинчуриков, но у него нет крутой обилки. А у нас есть еще какие-то джинчурики, слушайте? Джинчурики. Кто у нас еще джинчурик? В принципе, можно и Домината поставить. Кстати, он тоже получается с этим, с Роши. Неплохо комбиться. Смотрим, кто тут у нас джинчурик. Гара Казыкаги, как вариант. Хотя нет, у него ж поле. Кушину можно ставить, то есть это Роши можно ставить Кушиной, но тогда лучше Гару Казыкаги, но у меня же... Стойте, у меня Гара 4 звезд. У меня Гара 4-звездный, мать вашу. Когда он у меня стал 4-звездным? Как я это пропустил? Слушайте, это странно. Это неправильно. Если бы я знал, что он у меня 4-звездный. Эй! Эй! Вот, Игорь. Ну ладно, все, пусть так будет. Я думаю, мне это с прокатом. Что тут изменяется? Тут же по сути ничего не меняется. Чем они отличаются? 7 units, 7 units. А, иммьюнити, слушайте. Блин. Иммьюнити, это ж важно. Ну ладно, потом, если что, продолжим. Сейчас нам нужно... Стойте. У меня Гара скиллброчен. Казыкаги. А, у меня Кушины нету, да? Так Гару можно было с джинчуриками вообще ставить. Не только с Кушиной. Он же жесткий. Насколько он прокачан? Вполне себе прокачан, как вы видите, да. Ну, то есть, как бы, да. Ну, ладно, давайте продолжать. Кстати, можем потом еще с Гарой что-нибудь. Игрик плюс один есть. Ну, то есть, очередь мне вообще-то сейчас уже не нужно. Офигеть, все. Больше мне ничего не нужно. Роши, в общем-то, можно его и это... пробафать. Так, не ван, а много. Потому что, возможно, я его буду. Отлично. И теперь этот Гара. Ну ладно, фиг с ним, с Гарой, я его ж не собираюсь применять. В общем, теперь у нас есть Роши. Да. Роши хороший. Роши хороший. Ну как вы думаете, вместо Хаширамы это хорошая идея его ставить? В принципе, у него пассивное поле, это может быть как минусом, так и плюсом. То есть дефенс и ниндзюцу. А Хаширама, он тоже как бы дает кучу бонусов. Даже не знаю. Но этот к чакру накачивает. Это, конечно, большое преимущество. Но с другой стороны, с Киллером Би его ставит. То есть Киллер Би же это не такой ниндзя, который требует накачки чакры. Так, давайте еще посмотрим джинчуриков. А, стойте, давайте еще посмотрим какого-нибудь Джигакуда Пейна. Вот, у него есть скиллброки. Значит, Battlefield Cooldown On, 40 чакры, 50% здоровья воскрешает союзника.
Причем это мгновенная билка. Мгновенная, понимаете? 3 раунда кулдаун. То есть меньше кулдаун, меньше здоровья восстанавливает. Но самое главное, что как бы мгновенно. Даже не знаю. Heals two members. Two debuffs. The targets debuffs. Так, а тут, кстати, сколько не написано, он восстанавливает. Там 15%, а здесь 25%. Ну, неплохо, неплохо. Серьезно, он может перезаряжать свою воскрешалку своей пилкой. Это прикольно. А здесь что? Так, 15 чакра поинтс и 15%. То есть, прикиньте, он накачает чакру как Данза. И при этом, я так понял, если вражеский юнит умирает, то он тоже накачивает чакру. Риниган атрибут юнитс. В общем, я не буду его прокачивать. Почему? Потому что, типа, зачем мне воскрешатель вообще? Вот где я его буду применять? Вот скажите мне, пожалуйста. Нет, нафиг. Тем более он за синие бутылочки прокачивается. Кого-то еще мы тут не видели. Из тех, кого можно прокачать. Конкура обычного, наверное. Ну, в общем-то, да. Значит, теперь... Я же, вы знаете, очень такой мастер. Что еще я могу показать, рассказать? Всякой фигней страдаем. Хотя, это ж вот не в первую очередь надо выполнять. Сейчас тогда я по-быстренькому сделаю. Смотрите, кстати, у меня довольно много уже тут всего произошло. Значит, вот здесь вот Season Ticket. Да, по-моему, они у меня накопились. 125 штук еще, смотрите. Лишние купончики не помешают. Точнее, купончики никогда не бывают лишними. Хиаши, не бойся, еще его прокачаем. Было бы неплохо, наверное. Но я больше купонов хочу здесь, потому что купоны тут самое ценное, что можно получить. О, купончики. 30 купонов, это, знаете ли, неплохой бонус. Можно насобирать на какого-нибудь ниндзя таким темпом. Ну и давайте тогда остаточным методом. Вот меня бесит, что нужно еще потом подтверждать. Вообще, нужно было бы сделать, чтобы оно где-то через 3 секунды, это окошко само исчезало. Ну или хотя бы через секунду. То есть показало, какие награды, и потом исчезает. И чтобы это все в клиенте можно было настраивать. Вы, короче, эти лентяи гребаные, как их там называют. Русня, короче, которая сидит в администрации Оазиса. Которая клепает скрины с русским языком в игре, на ивентах. В общем-то, типа, если вы меня смотрите, слышите, или если кто-то их знает, то передайте им, короче. Хотя, блин, что они могут... Они ничего ж не могут сделать, потому что они тупо тырят у китайцев. То есть они копируют с китайцев. Это какой же позор, пиздец просто. В
Впрочем, то, что Русня работает у Азисов, это уже говорит как-то не очень о самой этой конторе. Так-с, что дальше? Мьёбуку Трио. 20 тысяч? 20 тысяч купонов. Напишите, на что мне их потратить? Я ж не знаю, вы ж понимаете. Вы же понимаете, что я вот прямо жду вашего совета. Сплю и вижу, как вы мне говорите, на что же мне потратить мои купоны. Так, ну ладно. Вот бы Наруто. О, фрагмент этого ГНВ Мадарыча. Ну, не самый худший из Мадарычей, на самом деле. Ой, вот этот ивент. Ну, блин, лень не его выполнять. Ну, тут как бы тоже мне лень. Смотрим, что тут. Этот, это Хияки Ягио, такое я уже имел. Вот это можно брать, вот это можно брать. Но вот это не так привлекательно. Ну, в общем-то, что-то на мощь буду, скорее всего, брать. Табирама мне не нужен, потому что... Потому у меня есть много других ниндзя интересных. Ну быстрее. Да, давайте, наверное, вот эту вот штуку выполним. 25 points, если ее вообще можно выполнить. Да. Сколько у нас там чармпаков? Я Наруто Узумаки открываю лаки-паки. Йоу. И мне дали, как вы видите, пак, несмотря на то, что мы проиграли, по-моему, в прошлый раз. Но меня все равно уважают. И это, наверное, прикольно. Зачем выбирать, сколько открывать? В этих паках, как бы, тут не имеет значения, сколько открывать. Могли бы сразу открывать все, короче, по умолчанию. Потому что, ну, лень щелкать все это. По-моему, вот эти вот Мьёбуку штуки... Блин, надо было, наверное, все-таки другой брать, ну ладно. А, вот Small Мьёбуку Пакс сейчас стоит. Да. И вот теперь нужно здесь открывать самые дорогие. Потому что их нигде не дают, вот эти вот. Их только или покупать, или здесь брать. Во, вот эти вот штуки. Вот эти скроллы надо собирать. Вот 100%, что их надо собирать. Даю прямо башку на отсечение. Фрагмент обычного Роши дали. Кстати, обычные Роши, по-моему, у меня даже меньше его, чем супер Роши. Это Тенсейного Роши. Во, Гарыч. И Мифуныч. Забавно, что я забыл, что у меня
Гара Казакаги скилл, короче. Я ж помню, что я, короче, ныл из-за того, что не мог его, типа, скиллброчность, он у меня не был 4 звезды. А потом как-то перестал ныть и забыл о том, что я его уже скиллброчил. Нифига себе, Магатама Optional Pack это как-то. То есть даже можно выбрать. А чё ж выбирать-то? Я даже не знаю, тайдзюцу или ниндзюцу. Ну давайте тайдзюцу выберу. Шо поделять Тесу. Ну, давайте еще тайдзюцу. Будем накачивать себе тайдзюцу. Естественно, только атакующие выгодно здесь брать. Это самый выгодный вообще Магатамы. Значит, смотрим теперь здесь. Вот эти скроллы всякие. Пока что мне не хватает их фрагментов. А, то есть нужно там 100 фрагментов этих скроллов набрать. Ниндзя-ассист. Да, здесь я могу чего-то сделать. Раз. Отлично. Угу. Вот, 35 фрагментов. Нужно еще сколько там? 95? Ой, 65. Так, давайте посмотрим. Как-то мало. То есть, ну, 50, 250. 250 у меня, конечно, есть. Но какой смысл мне 250 сейчас использовать здесь? Я не понимаю. Вот Charmer Bait. Что тут за 250 нам дают? Хотя бы 500 надо. Ну вот что это такое? Это какой-то бред, как по мне. Так что, пожалуй, я буду копить дальше. Давайте-ка в Battle Armor заглянем. Я даже не знаю, нам давали где-то, нам даже не давали этих трейдов. По сути, их получается где-то нужно покупать, что ли, довольно-таки дорого. Ну вот эта бронька, она, я бы не сказал, что такая эффективная по мощи. Угу. Видите, вот вообще трешак. Не дают здесь ниндзя. То есть вот что это нам дают? Вот зачем мне вот это? Вот скажите, пожалуйста. Тут практически нет никаких полезных вещей. Ну и в общем-то я сейчас, наверное, прервусь до того момента, как сделаю. И вернусь. Итак, вот. Закончили, как видите. Сасуки. Я ж хочу Сасуки. Если не у Сасуки, то у кого я буду отсасывать? Ладно, встретимся, когда я отсосу у Сасуки. Итак, Сасуки. Сасуки умирает. Ладно, я это не буду на видео делать. Ну, в смысле, убивать никого, кроме Сасуки. Ну вот, свиток в кармане. О, тут Чикушо, да. Грёбаные пазлы. Пазлы это тоже, знаете ли, прикольно. Потому что здесь 20 купонов. И фрагменты свитка. Да, в общем, еще та жесть. Здесь тоже еще свиток, да? Да, тоже есть. И здесь у нас сколько уже этих свитков? На следующем ребейте 100% буду ровить. 181, да. Довольно много.
И чё, может быть построить команду с Роши какую-нибудь и испытать её? Давайте на арене попытаем счастье. Мы просто повыполняем чего-нибудь. Ой, сегодня ж да, арену много. Я вообще забил, короче, на ранговую арену, потому что сейчас там никого кроме донатеров нет. Собственно, все на лето ушли из игры. Чё за фигня? Давайте мне кого-нибудь. Коруй. Ну, этих сейчас убью. Пожалуйста. Если он не сдастся. Он может сдастся. Да. Так что тестить команды сейчас очень неприятно. Блин, песи тут эта задержка. Но тут по субботам выбора все равно нет. Сегодня же суббота. То есть по выходным эти миссии полностью обновляются. То есть там не добавляется по две миссии. А все вообще добавляются. Ну да. Говнюк. Надо было вручную все это сделать. На Кимимара, короче, применять обед. Не, ну здесь мы не затащим. Он типа втанкованный, да. Он поставил себе пассивку там на плюс защите, там. Плюс у него мината, помимо этого. А у меня чистая блиц команда. Еще кто-то будет или придется вечером выполнять? Да, ну вот видите, Нагата не такой уж и сильный. Я его все равно собираю. Кстати, я его забыл собрать сегодня. А ладно, потом завершу. Чё уж, короче, давайте заканчивать. Я не собираюсь тут вообще ничего делать. Меня это бесит все. А, еще нужно будет это. Nature Training посмотреть. Я его не прохожу пока что. Но надо, наверное, начать. И вообще сделать команду для Nature Training с этим. С Эдороши, например. Как он называется? Ну нет, обычный Роши, как по мне, он лучше. То есть Эдомината с Эдороши, он бы тоже неплохо зашел. И Киллер Би с этой Роши тоже неплохо заходит со скиллпроченом. Ну, у Киллера Би проблема в том, что у него обилка чакры не требует, то есть получается.
Но с другой стороны, можно при помощи его обилки накачивать чакру себе. Он же ж, получается, тупо генерирует 40 чакры. В общем, это очень интересно. Зачем я это сделал? Зачем я посмотрел? Так, последнее. Ну быстрее, давай. Не тупи. Не тупи, игра. Ау. Ну тупит же. Все. Короче, на этом видео заканчивается. Да. Да. На выживании, короче, залагало. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.